Ой, полиция нравов, господи, что это такое, не знаю, по-моему, даже сама Америка, потому что я некоторое время прожил в этой стране, вот. А вводить ли нам полицию нравов? Как была проституция, так она и будет. Будет ли она нравственной, хотите меня спросить? Да не будет она нравственной, никогда она не была нравственной. Ну, это глупейшая вообще полиция нравов России. Ужесточить какие-то законы, возможно, по поведению этих дам, да, наверное, стоит, да, там, сдавать анализы, заставить, да, какие-то там, ну, они будут покупать справки в метро, но это нереально, все это контролировать нереально. Это настолько уже старейший бизнес, да, древнейшая профессия, с которой бороться, ну, если говорить именно о проституции, бессмысленно.